В этом году компания «Волжанка» расширила линейку фидеров «Профи». Добавились фидера «Профи 2.0» с тестом 60 и 80 грамм. Главная особенность этого удилища – это так называемое удилище-комбо. То есть здесь нет никакой проставки, здесь идут два полноценных первых комлевых колена, которые позволяют собрать удилище длиной либо 3,5, либо удилище длиной 3,95 метров. Удилища обладают параболическим строем и предназначены для ловли на водоемах со стоячей водой, либо на водоемах со слабопроточной водой. Тест у них указан также по свинцу, то есть 60 грамм кормушка и 80 грамм кормушка максимально. В комплекте идут 4 вершинки, посадочный диаметр их 3,5. Это определенный стандарт, то есть у многих моделей есть такие вершинки, и в случае поломки можно докупить вершинку либо производителя «Волжанки», либо какого-то другого производителя. Вот. Также это удилище оснащено противозахлестными кольцами первыми. Тут на первом, на комлевом колене идут все кольца противозахлестные. Вот. И смена длины, как я уже сказал, происходит путем замены колен комлевого. И вы получаете две полноценные удочки.